Форум БРИКС собрал во Владивостоке представителей 32 стран. Здесь обсуждают вопросы построения справедливого миропорядка, закрепления принципа неделимой и равной безопасности, торгово-экономического и валютно-финансового сотрудничества между странами мирового большинства, вопросы безопасности в мире. Конечно, вот эта форма, она является одним из главных событий, которые находятся в этом мире. Конечно, наши партии поддерживает такой форум за свободу нации против неколониализма, который она использует вот этот современный колониализм, использует новые методы для уничтожения развитых стран в Африке, в Азии, в Латинской Америке и на Ближнем Востоке путем использования ликвидации, скажем, человеческого ценности или для уничтожения цивилизации, культуры, религии этих стран.